Доброе утро! Продолжает вещание. И я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Сегодня 8 декабря, четверг. А вот будет ли ветер перемен? Об этом мы узнаем в прогнозе погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7, днем плюс 2, плюс 7 градусов. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 2, плюс 4 градуса. 17 декабря. Ярослав Запашный в Кисловодском цирке. Спешите! В картинной галерее «Черкесска» открылась выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Муслима Богачева, Ларисы Чамаевой, а также их детей Умара и Алины. Что вдохновляет мастеров искусства для занятия творчеством? Какую технику они используют и направление в работе? Смотрите в нашем репортаже. Тема работ на представленной семейной выставке мастеров декоративно-прикладного искусства разнообразна. Необычные картины на коже завораживают представленным сюжетом на них. И непременно возникает желание примерить национальное карачаевское платье с золотошвейной отделкой, женские платки и шапочки. Художник и педагог Лариса Чамаева с детства любит вышивать. Со временем хобби переросло в профессиональное дело. Лариса освоила шитье национальных костюмов, занялась изготовлением войлочных изделий и росписью на коже. В большей части в сюжетах ее картин – природа Карачаева-Черкесии, горы Домбая, Тиберды. Сейчас в ее творческой копилке десятки работ. Освоив новую технику, Лариса создает декоративные картины масляными красками на шкурах. И это новшество в творчестве. В творчестве родилось совершенно случайно, поделилась Лариса. Лет 15 назад у нас так получилось, что вот он привез шкуры из Казахстана, когда к матери ездил. А пока они добрались до нас, там они попортились. И огромное количество шкур надо было выкидывать. И чтобы вот это все не выкидывать, постепенно-постепенно, думая, мы пришли к тому, что можно на них и писать. Муж Ларисы, Муслим Богачев, работает с деревом, оформляет картины, а еще делает мебель из корнепластика. Идеи жены всегда поддерживает. А как иначе? Вместе они занимаются любимым делом. Муслим поделился, что кто-то ходит на охоту в лес, а он за корягами, преобразуя их в прекрасное изделие. С детства тоже я дерево люблю. В детстве я умудрялся делать качественные луки, продавать их. Ученики есть, у меня есть еще другая техника. Я работаю быстрыми инструментами, как бы резьба по дереву, болгарками, запилой там. Дети Муслима и Ларисы все чаще стали проявлять интерес к занятию творчеством. Сын Умар учится у отца выжигать по дереву, а еще помогает оформлять рамы на картинах из шкур. А дочь Амина занимается росписью по ткани и обучается мастерству плетения из войлока. Сначала с Умаром начали рисовать, потом я начала шить, потом вот последняя моя работа было войлочное изделие, бичкин-кис, мой пазл. Я люблю лепить всякие фигурки там, рисовать, ну и спортом заниматься. Одна семья, четыре взгляда на свое видение в искусстве дают хорошие результаты. Тандем выставки Богачевых, родителей и их детей получился колоритным, многоликим и впечатляющим для гостей. Работы веют теплом и продолжением национальных традиций с одной стороны, а с другой – современностью. Ее вносят дети. Мы приехали с Карачаевска, чтобы посетить эту выставку. Хочется отметить уникальность каждой работы, неповторимость. Вот картины не повторяются, очень красивые, интересные. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. Информационный эфир в 9:00 продолжат Вести на абадинском языке. А в 14:30 вместе с Муратом Джанкиозовым смотрите Вести. Хорошего дня и до завтра на канале «Россия-1».
17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на Кругу. Город Черкесск. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 92 00.